В Дагестан поступило 800 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Они уже переданы поликлиникам Махачкалы. Привиться могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого необходимо обратиться в одну из столичных поликлиник по месту прикрепления. Приезжие из районов смогут сделать прививку в Республиканском центре инфекционных болезней. У прививки есть противопоказания – это беременность и период грудного вскармливания. Также прививку нельзя делать людям с высокой температурой и признаками ОРВИ. За 3 дня до процедуры и 3 дня после нее необходимо отказаться от алкоголя.